Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксенона от компании Solar на цоколь H3, температура освещения 4300 кельвина. Поставляется комплект в фирменной коробке компании Solar. Внутри у нас вот так вот красиво все упаковано. И давайте по порядку пройдемся. Так, в комплекте инструкция со схемами подключения и гарантийным талоном имеется. Два блока розжига Slim стандарта, вот такие вот небольшие блочки, полностью выполнены из металла, герметично заклеены, пыли влагозащищенные, мощностью 35 Вт. Также к блокам розжига прилагаются две ксеноновые лампы, которые сразу, в принципе, подключены идут. Подключение у них очень простое, далее мы это рассмотрим. Лампы ксеноновые, также 35-ваттные, идут в защитных колпачках, вот таких вот для транспортировки это нужно, чтобы они не повредились. Подключаются на питание 12 вольт сугубо, через вот такие вот два проводка питание подается. Ну и три разъема, которые ведут к блокам розжига, подключаются. Так, ну и имеется монтажный комплект также. Такие вот стяжки, металлические пластины, винтики, болтики. Нужно для того, чтобы закрепить блоки розжига в подкапотном пространстве автомобиля. Так, по подключению. Подключаются блоки лампы очень просто. Подсоединяются два разъема небольших, вот таких вот. И также еще один нужно подключить разъем, широкий, к самому блоку розжига. Вот так это все делается. Все очень просто. Так, и осталось подключить только питание 12 вольт. Что мы сейчас и сделаем. Лампа у нас загорается. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Но яркости, конечно, ксеноновым лампам не занимать, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона в автомобиль нужно откорректировать фары, дабы они не светили, не слепили, встречным автомобилем. Температура освещения заявлена 4300 кельвинов, в принципе, она такова и есть, уже набралась. Слегка желтым оттенком идет световой поток. При покупке на комплект распространяется гарантия. Более подробные характеристики и стоимость комплекта ксенона вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.